Всем привет, меня зовут Любомир Борода. Сегодня сплетем с вами вот такой вот узелок, научимся делать. Классная штука для темляков, либо для оформления браслетов. Давайте меньше слов, больше дела, погнали. Берем условный нож, паракорд. Верхняя стропа. Делаем вот такую петлю. Заводим снизу в эту петлю хвост. Получаем узел. Подтягиваем. Делаем петлю еще раз. Так же, как в первой. Опять также заходим вниз в петлю. И делаем второй узел. Подтягиваем. Берем нижнюю стропу. Заводим вот сюда в петлю. Проходим снизу. И заводим сюда вверх. Делаем узел. Подтягиваем. Опять берем этот же хвостик и опять заводим сюда же. И опять проводим снизу под стропой. И опять заводим вот сюда, в нашу петлю. И подтягиваем. Подтягиваем одну, подтягиваем другую. Аккуратненько, чтобы не сломать наш рисунок. Видите, да, что получается? То есть аккуратно сейчас все это стянуть. Если нам нужно ближе к окончанию, то есть ближе к самой рукоятке ножа, соответственно, мы постепенно это все, не ломая рисунок, перетягиваем сюда. Если дальше, то сюда. После того, как вы все это нормально протянете, у вас получится вот такая вот хреновина. А дальше можете сами мудрить. Связать что-то еще, привязать его поближе, сделать его из двух разных строп разного цвета и так далее. Вот. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Плетите классные штуки.